А теперь о матчах чемпионата России. Спартак-Текстильщик. Перед игрой с Монако наш чемпион провел последнюю репетицию на Лужниковском стадионе. Ну и как в предыдущих матчах, преимущество Спартака было большим, подавляющим. Спартак беспрерывно атаковал и не случайно добился крупной победы. На 22-й минуте Бесчастных после передачи с фланга. Хорошую передачу сделал здесь Пятницкий. Он опережает и вратаря, и защитников, и забивает мяч в сетку. 1-0. На сегодняшний спорт... Сегодняшний день Спартак вне конкуренции, безусловно. Наверное, многие команды еще не в форме. Может, кто-то достанет Спартак, может быть, окажет сопротивление. Но сегодня Спартаку нет равных. 2-0 после удара Родиона. Фрагменты второго тайма. 3-0. Отличился Цимбала. И здесь мы видим, что вновь успешно играет его партнер Карпин. Он сделал две результативных передачи. И вот в третий раз очень хорошо ассистирует Карпин. Писарев 4-0. И лишь за 3 минуты до финального свистка футболисты Текстильщик из Камышина отыграли один мяч. Гол на счету Цыганкова. 4-1. Победа Спартака.